Ель обыкновенная. Мы с вами, привет, с вами канал Артмани. Ботанический сад наконец-то выбрались. У нас сегодня жара, август. 32 градуса. Я уже только в автобусе увидела. Думаю, что-то жарко. Нет, перед автобусом. Какая березка, смотрите, красивая. Жалко, что там ходить нельзя. Ну, если там будет можно ходить, народ. Народ, кстати, очень много. Сейчас фон сниму. Какой вид фон. Цветочки. Все цветы я видела на даче, друзья. Гортензия. Метельчатая. Сорт Вайн-Вайт. Здесь где-то есть сосновый бор. Я хочу посидеть на лавочке. Все лавочки там заняты. Где-то, а, ну, она не считает. Там есть белки, я знаю. Здесь, кстати, дорожки такие, вот камушки какие-то. Видимо, чтобы не бегали, что ли. Или, может, они будут класть, осылать попозже. Или чего-нибудь класть. Здесь вот приток очень хорошо. А так ходить, если сейчас неудобно. На каблуках, если пойдешь, все каблуки протучишь. И здесь дорожь, все такое. Сейчас не поливает. Леса красивые. Земля. Красная земля. Хотя тут была бы газонная травка, было бы посимпатичнее. Там люди с утра отдыхают. Самое главное, знаете, потом найти выход назад. Тоже вон тропинка. А, там, по-моему, озеро должно быть. Насколько я помню. Здесь тоже есть тропинка. Это асфальтированная. Гораздо удобнее. Не знаю, правда, куда она ведет. Игра круглая. Сорока из кустов выскочила. Шиповник. Тут можно брать. Mm-hmm.
половину. Она здесь не пробегала. Так бежит. Нигде не палочка.
Thank you.
впечатление.